ребята, я наконец поняла, как нам победить Анастасию Фурию. Как же? Ни за что вы меня не победите, дебилы недоношенные! Да, мама! Ну и как же мы ее победим? Давайте, впускайте все свои силы, давайте! Да, впускаем, давайте, давайте, пока... Блять, покажем всю свою мощь! Пфф. Да, пфф. Всю свою мощь! Пфф. Пфф. Да, мощь! Пфф. Смотри, доченька, кажется, они будут впускать всю силу в нас! Да, мощь! Пфф. Вся наша мощь летит к тебе, Анастасия Фурия! Да! Да! Еще больше! Еще больше! Больше сил! Да! Я скоро стану настолько сильной, что я смогу вас всех сожрать! Давайте! Шелк мудрый! Ням-ням-ням! Да, шелковая нить! А вы не ждали. Только тебя мне тут не хватает. Боже мать, а что с ней происходит? Меня переполняет сила спи. Если хочешь, я тебе еще могу дать. Только дай сотку. Нет, не надо. Я тебе дам силы. О, ну ладно, давай. У меня есть. Дай мне это! Хорошо, но... Что за дурь меня взяла? Я же сейчас взорвусь! И под конец... Нет! Няша, давай. Под конец. Твои последние слова. Мы ее победили. Они спят. Уходите отсюда прочь! 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 Ма! Прочь! 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 Зафэ. Что? Пора. Да, Зафэ, пора. Пора это сделать. Но я не смогу убить тебя.
Зеленая фурия, это твоя миссия, и ты должна выполнить это. Ты же помнишь пророчество? Ладно, я сделаю это. Я не могу его убить, он мой друг, мы столько с ним прошли. Вот все, что это твой в черной шляпе. Тварь, настоящий тварь. Мы его уничтожим, и это сделаешь ты. Ну не плачь, не плачь. Все пройдет, пройдет, не плачь. Не плачь, пройдет, пройдет. Ты быстренько его убьешь, и все, не плачь, ну же, ну ты не плачь, дурочка. Не плачь, все будет хорошо. Все, не плачь, не плачь. Нет, я не могу, он мой друг. Пророчество так говорит. Да он и сам не хочет, но хочет, чтобы ты исполнила свою миссию в мире. У тебя! Убей эту засранную шкафную тварь этой вилкой! Давай, зеленка, убей! Убей, бля, убей, бля! Убей нах, мое создание! Убей! Не бойся, это будет не больно, я просто убью тебя вот этой вилкой. Ладно, все, я убью! Зеленая фурия, ты промахнулась. Нет, я так больше не могу. Что ты не можешь? Помни про пророчество. Тот, кого не убил повелитель шкафов, избран его убить. Нет. Пророчество врет. Зеленая фурия, ты дура? Пророчество написано несколько миллионов лет назад. Зеленая фурия, ты избранная. Так убей же его. Да, быстро убила его. Нет, это не так. Тот, кого не захочет убить повелитель шкафов, избран любить его! Я люблю его! Свои войны! Какого хрена? Шик, я наконец-то все поняла, почему ты постоянно от меня уходил. Ты говоришь, что всего чего-то боишься. Я поняла, чего ты больше всего боялся и сейчас боишься. Что? Зеленая фурия, что ты за чушь несешь? Я поняла, чего ты боишься. Ты боялся то, что... Знаешь, чего ты боишься? Ты боялся того, Ты боялся то, что ты мне не понравишься из-за своего внешнего вида. Но знай, мне не важен твой внешний вид. Я люблю тебя, каким бы ты ни был. Да ты и сам меня любил. Я это знаю, поэтому ты согласился на пророчество. Потому что ты любил меня. И из-за этого ты мог сделать все, что угодно. Ты даже мог сам спланировать свою смерть ради меня. Зеленая фурия, что ты несешь? Он же урод. Ну и что он не похож на нас? Ну и что он с другой вселенной? Как вам не стыдно? Как? Если кто-то не похож на вас и отличается по виду, то все, урод, все? Все, изгнание, все? Все мы разные. По виду отличаемся. По возрасту, по характеру. Но у нас есть кое-что общее, что объединяет нас всех. Знаешь, зеленая фурия, я тоже тебе очень давно хотел признаться, но я боялся твоей реакции, то, что ты будешь отрицать. То, что я чувствовала к тебе, это было мне незнакомое чувство, я не знала, как это называется. А оказывается, это называется любовь. Я тебя люблю, а я тебя. Вот и все, мы друг другу признались. С этих времен наша жизнь будет совсем другой. Ах, ладно, мне на вас пох, главное, чтобы диабет победили. Ой, посмотрите, а у Шика теперь попугайчик. Если ты еще раз что-нибудь скажешь про ЗФ, я тебе всеку. Все, молчу, молчу. Ну что ж, наша победа над диабетом, признание в любви.
Слушайте, а давайте этот праздник все хорошим шашлычком. Давайте, давайте, шашлычок. Да, я бы сейчас от шашлычка не отказалась. Да, мы то бы уже бы хотели шашлыки. Стоп, что? Нет, 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 я на этот раз вас не дамся! Какие нах шашлыки? Пока все, я на вас не дамся, нет! Костюшек, а не из тебя шашлычки. А, ну тогда ладно. Вот и так к концу лету закончились наши приключения с диабедом. Всем пока! Прости нас, босс, мы вернулись с пустыми руками, ничего не вышло. Да, мы пришли с пустыми руками, а Снежу отапортировали мужики. Да как же так, с вами ничего нельзя сделать. Вы меня уже достали, сколько лет я вас прошу уже поймать ее команду, этой тупой беззубикняши, а вы ничто не можете сделать, а? Но это не в наших силах, босс! Ну что ж, Альфа, между нами все кончено.